едем к месту старта. Вот где-то там, кажется, последний в этом широком ряду стоит Саша, и это ее первый дебют вообще на соревнованиях. Но в любом случае праздник, и атмосфера здесь отличная, конечно, и организация тут. Слушай, еще один классный танцор попал нам в объектив камеры, и все внимание на экран. Так, что у нас тут написано? Sparks. У нас сегодня побежит, кстати, Алла Sparks. По крайней мере, заявлено. Не знаю, это ли связано. Видимо, нет. Sparks — это у нас сияние. Только подскажите мне перевод. Что это? Вспышки, блеск, Sparks. А, написано Sharks, а не Sparks. Это акулы. Но у нас есть пираньи. Есть, получается, акулы. Кто у нас сегодня? Давайте пробежимся по трибунам, поищем клубы. Кто у нас сегодня? Смотрим атрибутику. Вот, видим флаг, да, тоже. Так, что же у нас тут? Да, посмотрим на флаг крупным планом. Чем интересны эти номерки на безролике? Ну, жду подсказки от нашей команды режиссеров с названием этого ролика.